Итак, всем привет. Сейчас занимаюсь вот такими вот семисторными регуляторами мощности. Вот использую их на вентиляторе, на вытяжке. Вот. Они аналогичны абсолютно по деталям. Вот только вот этот включается примерно с 20-30%, а вот этот полностью от нуля. Ну, то есть вот этот только он щелкнул и сразу уже начинает гнать так прилично. А этот абсолютно от нуля. Чуть позже это продемонстрирую. Вот. По маркировкам все здесь абсолютно то же самое. Конденсатор. Вот. Семистор. Потом денистор. Вот этот резистор. Вот. Ну и сам тоже регулятор. Что здесь на 500 кОм, что здесь. Вот. И замерил все параметры каждой запчасти. Оказалось, что здесь стоит хоть и 100-киловомный резистор, но на самом деле на нем 97 кОм. А вот на этом 108. Сейчас даже постараюсь показать вам это. Так, берем, тыкаем. Ну, почти 98 кОм. Вот, и берем во второй. Цепляемся. На этом 105. Ну, короче, вот такая вот херня. И получается, что этот работает абсолютно от полного нуля. Сейчас я установлю на вытяжку и покажу вам это. Ну вот, сейчас попробую показать на примере листка, как втягивает вытяжка. Вот, это и так низкие обороты. Ну, то есть вот. Всасывает прилично. А вот мы делаем еще меньше. Так, сейчас, секунду. Включу. Да, сильно низко, что у нас выключается. Ну и вот, что практически вообще не всасывает вытяжка. Вот попробуем на полную включить. Что лист даже держится. И теперь понижаем. Совсем выключилось. Сейчас еще засосет. Ну что, там сетка стоит. Ничего свистом не будет. Вот и понижаем обороты. Вот обороты сейчас абсолютно на минимуме. Я даже не знаю, как показать. Но вытяжку и не слышно. Очень медленно можно выставить. И сейчас припаяю другой регулятор. Так, убрал я от вытяжки реагенты, чтобы не мешали. И сейчас проверяем семистор с более низким сопротивлением на минимальных оборотах. Ну вот, то есть у нас это на минимуме. Если включить максимум, вот такая вот картина. Вот. И сейчас это вот минимум. То есть очень мощно. Поэтому у кого, кому надо будет, чтобы на минимальных оборотах работала, попробуйте поиграться с резистором, который я показал. Ладно, выключаем. Так, еще раз показываю. Вот наш резистор. Вот сюда можно чуть-чуть накинуть сопротивление, если у кого-то маленькое, там поставить 110 120 кОм, может и больше, там на 500 поставить, но я, честно, не пробовал, поэтому гарантировать не могу.
И вот есть у нас вот такие помощные семисторные регуляторы. И здесь уже стоит подстрочный резистор для регулировки. Вот так вот. Надеюсь, был кому-то полезен. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!